Другие правительства создали по всему миру так называемые службы. Там пытаются сделать то, что не удалось нацистам – превратить нас в оружие. Службисты выслеживают и охотятся на нас, как на зверей. Отрывают от семей и друзей. Детей держат в тайных лабораториях, разбросанных по всему миру. Они испытывают нас и распределяют по категориям. Таких, как я, называют провидцами. Мы можем видеть будущее, хотя все не так просто, как кажется. Сегодня разбился пассажирский поезд. Никто из пассажиров не выжил. Других называют телекинами. Это те, кто обладает способностями к телекинезу. Рухнул примерно 2 часа назад. Лица в крапинах, тело в садинах, вдоль по царапинам время замерло. Собирать память по кадрам из-под пера. Помню номера, номеров, занятых нами камерах. Цельные, как припой в паре соловом. Цепью с тобой одной были скованы. В сговоре беглые в разные стороны. Только скоро ли нас найдут поисковые? Нам и явь сны рвало заново по кладам. Затерялись мы в Магеллановых облаках. Ночью не уйдем. Дайте мне посох и карту, солнце за место допросов под лампой. Дабы по пути мой шаг не попал бы под гвозди напал, когда гвозди напалма. А тебе перемахнуть крутой каньон, сложным не путать правильный дверной проем. Это будет нелегко, но потом в оконцове прибудем вдвоем. Пригрезимся, сердце наружу просится. Нам бы где белым бело, небом колесницею, либо помахнув крылом, переливом за птицами. Но простыли следы, будто ледники тают, подобно тени полуденной вновь пропадают. И текло время, как у картин дали. Лабиринтами фавна, куда привела нелегкая. Полупотемки, глубокий вдох, как яд, где все реальное порвано пленкой. Стены столь неосязаемо тонкие. А когда мы будем путать ночь со днем, нам будут противостоять и дождь с огнем. Это будет.